Давайте почнемо із звільнення Херсону. Найактуальнішою темою сьогодні завітав президент України до обласного центру. До звільнення люди ділилися переважно на тих, хто вірив, що справді деокупують Херсонщину. Інші ділилися на тих, хто говорив, що це певна пастка. Ви до яких відноситеся? Ви знаєте, я від дуже великого кількості людей слышал про то, что это ловушка. Более того, у меня даже есть, я вам честно скажу, один друг, он большой-большой, он не житель, не гражданин Украины, он живет в Америке, но большой бизнесмен, мы с ним в детстве сильно дружили, и вот он все время следит, переживает, он родом из Харькова, и он мне все время писал, этого не может быть, что-то там или заминировали, или будут, или газ применят, или, короче, затопят город, ну, в общем, что-то будет, не может такого быть. А мне, знаете, чего-то в это не верилось, и я как бы объясню, почему. Первое, прежде всего, потому что мы все время, как на мне, вот я почти в этом убежден, переоцениваем их военные таланты, их военную хитрость. Понимаете, вот если кого-то изнасиловать, если устроить пытки, да, то просто вот нам надо понять, что вот если мы видим некое явление, там, пытки в Буче, например, да, это не эксклюзив. Это значит, точно такие пытки будут и в Изюме, и в где угодно, где, везде, где они побывали, везде будут такие пытки. И сейчас мы в этом Херсоне обнаружим кучу пыточных, и будет у нас волосы встанут дыбом от того, на что они способны. Но подумать, что среди них есть некто гениальный, кто разработал уникальную схему ловушки, куда он загонит Залужного, я пока в это ну, совсем не верю. Но не было у нас пока прецедента увидеть их выдающиеся таланты. Это первое. Да, скорее всего, вся их максимальная хитрость и очевидная была в том, что они эвакуировали гражданских, которые им совершенно были не нужны, но эти гражданские были прикрытием для того, чтобы выводить своих людей, войска, технику и так далее. То есть среди бела дня они заставляли выходить гражданских, вместе с ними вывозили огромное количество техники, что могли спасти, то спасли. Это да, однозначно это произошло, но я так понимаю, что у нас были связаны руки, мы не могли обстреливать эти переправы, потому что там реально были гражданские, как объект прикрытия. Вот на это они были, реально на такое они были способны прикрыться мирными. Это их идеология еще со времен декларировал Путин еще во время крымских событий. Так что я отношусь к людям, которые не верили в хитрость, но так оно по большому счету и оказалось. В подлость верю, в хитрость нет. Тобто, як ми розуміємо, у Росії країни-терористи і агресори настільки йдуть погано справи, що вони про це перший раз оголосили на весь світ про свій відступ, тому що раніше вони відступаючи брехали своєму споживачу внутрішньому, що так потрібно, що це там недоцільно, але прикривалися якимись іншими там тезами, з поясненнями. Тут вони просто заявили, що вони відступають, так? Що це ж означає простою мовою, що вони програють. Чому в цей раз вони пішли на такий крок? Тому що мнення внутрішнього слухача стало важніше мнення внутрішнього слухача. Тобто треба любою ціною закінчувати, любою ціною виходити, любою ціною шукати якесь дипломатичне рішення. А будет дипломатическое решение, будут с нами говорить или нет, это уже не зависит от внутреннего потребителя. Нужно совершить некие шаги. Например, смотрите, какие мы хорошие. Мы оставляем Херсон, допустим, да? Вот, причем, заметьте, мы не просто оставляем Херсон, мы оставляем город, который мы признали своим. И мы его оставляем. И это как бы шаг всему миру. Ну, смотрите, коль скоро мы можем оставить Херсон, так мы, наверное, сможем оставить и Мелитополь, и Мариуполь, и Энергодар вместе с атомной станцией. Мы можем это оставить. Смотрите, мы на это способны. Поговорите с нами. Ну, что вам стоит? Поговорите. То есть, еще раз говорю, успехи РТФ на фронте, успехи в кавычках, да, они привели к тому, что необходимо делать шаги, которые обратят на себя внимание внешних зрителей за пределами России. То есть дипломатию, ООН, американцев, китайцев, чтобы сейчас китайцы будут говорить
американцам, ну смотрите, они же реально, оказывается, могут отступать, они это признают, они не говорят, что это у них такой маневр. Нет, они говорят, мы оставили, да, вот они могут, давайте уж с ними поговорим, может быть, как-то мы договоримся, сколько же можно вообще все это терпеть.